В рамках масштабного проекта по строительству нового аэровокзального комплекса Камчатским краем реализуется важный инфраструктурный проект. Это подъездная автомобильная дорога от федеральной трассы А401 в районе знака с медведями до места строительства аэровокзального комплекса. Соответственно, протяженность подъездной автомобильной дороги составит порядка 3000 метров. Это будет четырехполосная автомобильная дорога. Стоимость контракта, заключенного в 2021 году с Устой-М, составила 1 миллиард 168 миллионов. На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет порядка 60%. Выполнено само дорожное полотно, включая кольцевую развязку. Помимо дорожного полотна и кольцевой развязки земполотна, выполнено порядка 80% первого слоя асфальтового покрытия. После выполнения твердого покрытия будут выполнены тротуары, линии наружного освещения, соответственно, разметка и знаки. На сегодняшний день ведутся работы по обустройству ливневой канализации и, соответственно, системы очистки стоков. В целом, новая дорога позволит обеспечить повышенную пропускную способность нового аэровокзального.